110-летие Дмитрия Шостаковича в Иерусалиме отметили концертом, в котором талантливые израильские музыканты исполнили два произведения композитора. Первое – это вокальный цикл из еврейской народной поэзии. Он был написан в 1948 году, когда Шостакович был предан анафеме за формализм. В это же время начались гонения евреев-врачей. 8 песен цикла – это живые драматические сценки, пронизанные еврейскими интонациями. «Плач об умершем младенце», «Колыбельная», «Брошенный отец». Последние три песни о счастливой жизни евреев СССР звучат абсолютно гротескно. Возможно, это смех сквозь слезы. Именно многогранностью восторгался Шостакович еврейской музыки. Но, возможно, это дань конъюнктуре, надежда на скорое публичное исполнение цикла, которое исполнилось лишь через 7 лет. Во второй части концерта прозвучала соната для альта и фортепиано, написанная Шостаковичем за месяц до смерти и которую он так и не успел услышать в живом звучании. «Многие мои сочинения отражают влияние еврейской музыки», – говорил Шостакович. Это не чисто музыкальный вопрос, но и моральный. Я часто проверяю людей по их отношению к евреям. Надо неусыпно обращать внимание на опасность антисемитизма. Бацилла еще слишком живуча. Никто не знает, умрет ли она когда-нибудь.